Это у нас называется Налётова гора. Почему? Потому что раньше, видимо, с налета только ее преодолевали. Калина. Калина. Да? Какая ошибка при сборе калины, дорогие мои? Вот видите, зима. Сейчас шел из леса, за чагой ходил. Немножко вот ее набрал, вам показать. Вот калину нельзя для лечения собирать, когда она вдаренная морозом. Это миф, да. Она приятнее, она хороша, когда она морозовая. Она сладковатая становится. Вот в этом и беда. Калина для лечения собирается только до мороза, потому что там есть химическое вещество вибрунин. Он подвержен разрушению при низких температурах. Чтоб поесть, вкусно попить чаю. Вот, немножко набрал. У меня дома-то есть собранное осенью. Это хорошо, но для лечения нельзя собирать калину в мороз. Все, она неэффективна. Сейчас спросите, а для чего калина? Знаете, миф такой, не миф, а сказка или байка. На Руси была такая. Если хозяйка посадила калину во дворе дома, то она станет вдовой. И в этом есть смысл. Раз у тебя в доме калина на приусадебном участке у женщины, значит, она ее будет кушать. Женщины раньше на Руси рожали поскольку детей? Ну вот поскольку, да? А были ли гинекологи? Нет. И там и эндометриоз. А у кого менорраги, обильное кровотечение? А у кого снижен тонус матки, да? Представляете, как женщинам было трудно. Очень трудно. Поэтому и выживаемость женщин была гораздо ниже. Именно из-за гинекологических проблем. Так вот. Раз была калина в доме, калина обладает чем? Правильно. Утеротонизирующим свойством. То есть повышает тонус матки. Когда много рожаешь, тонус снижен матки, даже бывает выпадение, да? Антифибринолитическим свойством обладала калина. Снижала, то есть при обильных кровотечениях, менорагиях, да, так называемых, калина хороша, потому что уменьшает кровотечение. Улучшает слизистую матки, трофика ее. И в то же время и тонус повышает матки, но обладает и спазмолитическим действием, что при альгаменурее, это болезненный, месячный, сейчас мужчины меня слушают, даже не представляете, что, как женщинам трудно. Есть просто месячный, ну, есть они и есть, а есть альгаменурея. Боль такая, что больничный берут. Помните раньше? Барыня больна. Это вот она болела действительно. Ну, некоторые. Ну, тут повышается. Ну, помимо всего прочего, конечно, и кардиотонический эффект. Там есть природные гликозиды. Гликозиды — это вообще первое было выделенное вещество. Там страфантин и так далее. Которое произвело просто революцию в кардиологии. А в калине же есть вот это вещество, которое менее опасно. О, слышите, у меня кобель гоняет. Да. То есть повышает, снижает частоту сокращения сердечных, но увеличивает объем сердечных сокращений калина. Калина, кстати, входит в Видаль. То есть справочник доказательной медицины для врачей, дорогие мои. Вот он, мой мальчик, видите?
А вы говорите, что у тебя за машина, какой-то москвич. Тут, понимаете, в него же входят аж 6 трупов, совершенно спокойно. Шучу, конечно, 8 на самом деле. Так, Алина, кардиотоник, вибрунин. Надо снять. Я сниму, конечно же, ее в своем шикарном месте, мистическом. Там видели. Про нее прям отдельный ролик. Итак, я что хотел сказать? Самое главное, Калина медицинская собирается до морозов. После морозов это просто очень хорошая добавка к чаю, дорогие мои. Вот на этом я закончу. И поеду в свой теремок.